Заокеанские блогеры представляют их творчество как эталон американской рок-музыки. Их композиции звучат в эфире зарубежных радиостанций. Знакомьтесь, в ZPM Music запорожский проект Bad. Группу организовал простой запорожский парень по имени Дима Шевцов. В 2004-м, наблюдая за тем, как одноклассники терзают гитары, он твердо решил, что непременно научится играть, как минимум не хуже. И, собственно, научился. Самостоятельно и без сторонней помощи. Свою первую рок-банду No Comments Дмитрий замутил в 2005-м. Затем была группа Истина и странное предложение от продюсеров не совсем традиционной ориентации о создании поп-дуэта, но Шевцову это было, мягко говоря, неинтересно. Музыкант был нацелен на другую музыку и на другую аудиторию. В 2013 году Дмитрий создает проект с незамысловатым названием Bad. Музыкальный материал этого коллектива волею судьбы попадает к некому интернет-пользователю по имени Майк, и уже буквально через час одна из песен Bad звучит в эфире американской радиостанции Power 92. Кстати, на данный момент там транслируются 4 композиции запорожского коллектива. Один из заокеанских блогеров представил творчество Bad как образец исконно штатовского тяжелого рока. И был немало удивлен, когда узнал, что группа-то ну никак не американская. В настоящее время в составе Bad помимо Дмитрия Шевцова еще трое музыкантов. Родион Максименко, Эмилион и Алексей Смирнов. Парни разворачивают широкую концертную деятельность здесь, у нас, в Украине. И, на мой взгляд, сегодня Bad, пожалуй, наиболее перспективная запорожская рок-банда из сотрясающих местную рок-сцену. Харяб. But baby, just are